Моя мама уже год живет в квартире по социальному найму. Ей присылают долги предыдущего жильца, которые мы, естественно, не хотим платить. Подскажите, как нам быть? Но взыскание долгов за предыдущего собственника – это незаконно. То есть, и это уже халатность, наверное, самого нынешнего собственника, там, либо нанимателя. Потому что при заезде в новое жилое помещение долгов на новом собственнике нету. То есть необходимо пойти, либо это если управляющая компания, в управляющую компанию, написать заявление о том, что либо сменить счет лицевой, чтобы открыли на него новый счет. И долги предыдущего собственника не были записаны на это. Если этого не сделано, то, соответственно, либо управляющая, там, либо партнер, либо какие-то ресурсы снабжающие, кто выставляет счета, они автоматически просто не так, как шли, так и идут, без смены правообладателя. Тот, кто правообладатель новый, ему это его обязанность пойти во все ресурсоснабжающие организации, управляющие организации и заключить, переоформить на себя, что вот я с такого-то момента являюсь собственником либо нанимателем жилого помещения. Он берет правоустанавливающие документы, паспорт, идет в нужные структуры и пишет заявление.